Приглашаем на работу водителя с личным автомобилем для перевозки съемочных групп. Требуемые категории «Б» и «Д». Телефон в Самаре 226-65-66. Приглашаем на работу менеджера по продажам рекламных возможностей на радио. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, обучение, опыт в продажах приветствуется. Телефоны в Самаре 8-902-336-99-11 или 226-65-66, добавочный 304. Требуется помощник в офис, расположенный в центре города. Гарантируется обучение. Доход 35 тысяч рублей. Телефон в Самаре 8-937-202-44-52. Срочно требуется административный помощник в офис. Возможность карьерного роста – 5-дневная рабочая неделя. Можно без опыта. Оплата до 27 тысяч рублей плюс проценты. Телефон в Самаре 8-927-651-79-42. Для работы в Самаре требуются вахтер, зарплата 16 тысяч рублей, сотрудник на склад, зарплата 18 тысяч рублей, телефон 8-927-740-78-53. Самарский торговый центр «Опера» на улице Ленинградской, 64, срочно требуются уборщики. Трудоустройство по Трудовому кодексу Российской Федерации. Условия. Сменный график работы. Возможно, совмещение. Предоставляется спецодежда, соцпакет. Зарплата от 12 тысяч рублей. Телефоны в Самаре 332-89-52, 332-89-54. Организации требуются администратор, зарплата 30 тысяч рублей, диспетчер, зарплата 22 тысячи рублей, оператор персонального компьютера, зарплата 25 тысяч рублей. Телефон в Самаре 989-05-73. В офис требуется администратор. Зарплата до 37 тысяч рублей. Телефон 8-917-164-18-08. Продается четырехкомнатная квартира на первом этаже 10-этажного кирпичного дома в городе Самаре на улице Ставропольской, пересечение с проспектом Кирова. Телефон 8-937-651-86-26. Продается дом в поселке городского типа Алексеевка Кинельского района. Участок 15 соток. В доме свет, газ, вода. Рядом река Самара. Цена 1 700 000 рублей. Торг уместен. Телефон 8-927-722-91-70. Продается дача в Новосемейкино, массив Сокский, земельный участок 5 соток, в собственности. На участке кирпичный летний дом, 70 квадратных метров, свет, летняя вода. Цена 980 тысяч рублей. Телефон 8-927-265-30-75. Продается дом, 74 квадратных метра, в Ивантеевском районе, 130 километров от Самары. 11 соток земли, сарай, гараж, теплица. В доме туалет, вода, котел. Телефон 8-927-725-21-59. Продается участок 22,5 сотки в поселке Угловой, за селом Красный Яр, рядом с мечетью. На участке новый кирпичный дом 70 квадратных метров и деревянный жилой дом. Скважина, теплица, металлический забор. Телефон 8-927-756-63-48. Пункты приема объявлений. Город Самара. ООО «Анонс». Улица Фрунзе, 69. Телефон 333-30-81. ООО «Волга-Стиль». Улица Киевская, 1. ОЦ «Караван». Офис 212. Телефон 227-55-62. ООО «Ареал-Инфо». Улица Старозагора, 27. Офис 415. Телефон 932-22-12. ООО «Фабрика вакансий». E-mail. Графа персонал собака mail.ru.
телефон 272-37-57. Город Тольятти. Редакция газеты «Работа для вас» и портала работа.ру. Улица Дзержинского, 98, первый вход. Офис 414. Телефон 210-230. Город Жигулевск. Редакция газеты «Жигулевский рабочий», улица Комсомольская, 18. Телефон 211-54. Город Октябрьск. Редакция газеты «Октябрьское время», улица Гая, 39А. Телефон 222-15. Город Сызрань. Редакция газеты «Бесплатные объявления», улица Кирова, 46. Телефон 983401. Село Сергиевск. Редакция газеты «Сергиевская трибуна», улица Ленина, 14. Телефон 212-68. Село Камышла. Редакция газеты «Камышлинские известия», улица Победы, 20. Телефон 3-30-61. Село Богатое. Редакция газеты «Красное знамя», улица Советская, 29. Телефон 2-15-70. Телефон редакции программы «Доска объявлений» 226-65-66, добавочный 163. Адрес электронной почты – реклама@губерниятв.ру.